Здравствуйте, земляне. Я Александр Док. Снимаю это вступление, чтобы сообщить, что к нам едут гости. Наши подписчики. Они из Подмосковья. Вера и Александр. Вон, Мирка с Марсиком уже радуется. Я им сказал, что к нам гости едут. А я им подарки он приготовил. Ну, жду гостей. Они уже на подъезде. Скоро прибудут. Не часто бывают гости, но я рад любым гостям. Не любым. Есть такие гости, что потом еле выпроводишь. Всякие бывают гости. Знаете, как-то поговорка есть такая, что незваный гость хуже татарина. Ну, татары обиделись и в правительство написали, что, мол, измените эту поговорку. Ну, ее изменили, сказали, незваный гость лучше татарина. Ну что, ждем гостей. Что тут? Я приготовил им вот. Может, времени не будет показать. Два кипариса, два сумаха, три ленкоранских акации. И вот семена еще ленкоранской акации в пакетике. А вас не отдам, нет. Вы остаетесь. Ну что, встречаем гостей. Да, там еще яблочек нарвем. Груш тоже. Может быть, инжиру удастся им поесть. Если там созреет к тому времени. Ну, что будет, то будет. Чем богаты, тому и рады. Вот и гости приехали. Встречаем. Что? Подружились теперь, да. Вера, Александр. Теперь совсем другое дело. Да. А что, там Марсик у вас так поправился? А я думаю, наоборот, он похудел. Да? Конечно. А я же их перевел на сухой корм. И даю так пожменьки. А сколько надо? На вес. На вес. Ну, я так... Какой у вас корм? На 2 корм еще. Корм. Сухой, да и все. Какой корм. Я просто, знаете, как, не остается, да и все. Если... Оставался. Но один раз они переели его. Переели, ну, назад все пошло. В общем, я определил примерно сколько. Да и все. Доедай. Ну что? Ну ешь. Как и гавкает. Ну что ж ты? Не торопись. Успеешь облаять. Надо и полаять, и поесть, да. Ну все, вступление мы сняли. Помашите человечеству. Всем подписчикам привет. Всем подписчикам. Вот из Подмосковья. Всем доброго дня. Да. Ну, а с Кавказа, с северного. Вы там гостили, были? По пути Подмосковья, да. Ой, мы где только не были. Где мы только не были. Ну вот и приехали. Мы были в Кисловодске, вчера объездили все горы, какие только могли. И попали сюда, вот, на наши горы, в Александровский сад. Ну, милости просим. Фиакдон и все прочие доны. Все, пошли.